Здравствуйте, я Упаковка. Добро пожаловать на нашу викторину. Мы с друзьями сейчас зададим вам 8 вопросов. Первый вопрос звучит так. Купленный в магазине товар я А. положу в новый пластиковый пакет, Б. положу в принесенную из дома тканевую сумку, В. отвезу домой в магазинной тележке. Здравствуйте, я мусорный волк. Я задам вам второй вопрос. Использованные батарейки я выброшу: А. в обычный мусорный контейнер, Б. в лес, В. в красный ящик для сбора батареек. Я залоговая банка, и я задаю вам третий вопрос. Пустую бутылку из-под лимонада я отнесу: А. в обычный мусорный контейнер, Б. в автомат для приема тары, В. выброшу вместе с другим мусором в яму, вырытую в земле. Здравствуйте, дети! Я муравей Верда. Я задам вам четвертый вопрос. Ставшую маленькой футболку я А. просто выброшу в мусорный контейнер, Б. отнесу в центр вторичного использования, чтобы ее смогли поносить и другие дети, В. выброшу в компостную кучу. Вопрос номер 5. Яичную скорлупу, яблочные огрызки, картофельные шкурки, засохший сепик я положу: А. в контейнер для пищевых отходов или в компостную кучу, Б. в обычный контейнер для мусора, В. в автомат для приема тары. Здравствуйте, я домовенок Эко, и я задам вам шестой вопрос. Оставшиеся после ремонта банки от краски и лака и найденное в гараже старое машинное масло мы вместе с мамой и с папой отнесем: А. в лес, чтобы животные тоже могли сделать ремонт, Б. в пункт приема опасных отходов, В. выльем в ближайший водоем. Вопрос номер 7. Пустой и вымытый стаканчик от йогурта, пакет от молока или пластиковый пакет я отнесу: А. в желтый контейнер, предназначенный для упаковки, Б. обратно в магазин, В. в мусорный контейнер соседа. И последний вопрос нашей посвященной мусору викторины. Старые газеты и журналы я соберу и А. смастерю из них много бумажных самолетиков, Б. сложу в контейнер для упаковки, В. сложу в мусорный контейнер, предназначенный для макулатуры и старых бумаг. Правильный ответ на первый вопрос – вариант Б. Купленный в магазине товар я положу в принесенную из дома тканевую сумку. Правильный ответ на второй вопрос – вариант В. Использованные батарейки я выброшу в красный ящик для батареек. Правильно!
правильный ответ на третий вопрос – вариант «Б». Пустую бутылку из-под лимонада я отнесу в автомат для приема тары. Правильный ответ на четвертый вопрос – вариант «Б». Ставшую маленькой футболку я отнесу в центр вторичного использования, чтобы ее смогли поносить и другие дети. Правильный ответ на пятый вопрос – вариант «А». Яичную скорлупу, яблочные огрызки, картофельные шкурки, засохший сепик я отнесу в контейнер для пищевых отходов или в компостную кучу. Правильный ответ на шестой вопрос – вариант «Б». Оставшиеся после ремонта банки от краски и лака и найденное в гараже старое машинное масло я отнесу с мамой и с папой в пункт приема опасных отходов. Правильный ответ на седьмой вопрос – вариант «А». Пустой и вымытый стаканчик из-под йогурта, пакет от молока или пластиковый пакет я отнесу в желтый контейнер, предназначенный для упаковки. Правильный ответ на восьмой вопрос – вариант «В». Старые газеты и журналы я соберу и сложу в мусорный контейнер, предназначенный для макулатуры старых бумаг. Благодарим за участие в нашей викторине!